вот он уполз между лап. Угу, угу. Ему не сидится, он хочет везде успеть, да. Вот так. О, поймала. Она вот только-только родила, еще вот кровит даже. Угу. Места. А еще на входе не вылезла. Были. И туристы вышли и говорят, мы не знаем, нормально это или нет, но там, по-моему, лица только что родила. Нормально, это очень даже. Это вообще здорово, это прям... Фартануло. Нашла себе. Вам фартануло, да. Такое увидеть, конечно, я бы сказала, что и нам фартануло. Да, обычно она где-нибудь там, да, далеко прячется. И или отсаживают. Или их отсаживают, закрывают, ну, тогда да, вообще да. Сложно увидеть. Ну, то есть доступ-то не везде есть. А тут прям вот она. Ну, да. Малыши такие. Все, один у мамы там между лап пригрелся, а второй кушенькает. Несмотря на то, что там лапки ого-го. А ее будут переводить, не знаете? Не знаю. Ставить. Да, наверное, переведут. Да. Но вечерами-то они малыши. Ну, ну она так и ну, она догреет их. Ну, думаю, что... Вопрос в том, что их. Нет, часто львицы рожают осенью. И они в открытых вольерах. Да. Ну, в плане безопасности. Ну да, чтобы в безопасности главное было, а так по температуре ну, они, да, они переносят. Могут. Конечно. Сейчас Олег Алексеевич там подоспит, ситуацию разрулит. Сообщили уже, наверное. Что... Да, да, Татьяна уже. Пошла звать его. Капельки молочка. Что прошли большие и сильные. И здоровые. Это тоже главное. Кушенькает. Еще такие волнистые немножко. Завитки у них какие-то. Только вообще. Шерсть не разгладилась, нет, мокрая. Вот этот товарищ. Сейчас. Потеряем. Да, потеряем, когда хочется. Только не сегодня вот родились. Не сегодня, а вот буквально несколько, ну, как сказать, часов, может быть, даже. Сегодня утром. Шерсть еще с новорожденной завивкой.